Всем привет! Сегодня я покажу, как закрепить провод на бетонной или деревянной поверхности без использования специального крепежа. Для первого способа нам понадобятся обычные кабельные стяжки и саморез по дереву. Первым делом размечаем место прохождения кабеля и сверлим отверстие мелким буром, у меня он на 6. Затем берем кабельную стяжку, складываем вдвое и просовываем в отверстие, как показано на видео. Теперь берем саморез и закручиваем его в отверстие прямо в стяжку. Теперь берем провод и просто фиксируем его стяжкой. В итоге у нас получилось вот такое аккуратное крепление. Второй способ будет полезен, если необходимо закрепить провод к деревянной поверхности. Для этого нам понадобится обычный степлер и все те же пластиковые стяжки. Фиксируем стяжки скобами. Ну и осталось только закрепить провод. В итоге у нас получилось вот такое аккуратное крепление. Думаю, пластиковые стяжки и степлер есть у каждого в мастерской. Кстати, провод можно закрепить и просто скобами. Только делать это нужно аккуратно, так как можно пробить изоляцию. Получается достаточно надежно, хоть и не очень красиво. А на этом у меня все. Если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться и всем пока.